Шафт лечит! Он не калечит, он лечит! Две одинаковых пушки. Новая Зида вампир. Ставь лайк, если не понимаешь, что за бред происходит вообще. Ребят, в этом видео я разыгрываю 5 спецпредложений с энергией, также анимированной краской и контейнерами. И чтобы поучаствовать, вам нужно выполнить несколько простых условий. Вам нужно подписаться на мой канал, поставить лайк под это видео и в комментарии написать свой игровой никнейм и слово «участвуй». А итоги я сделаю на своем стриме. Желаю всем удачи! Всем привет, друзья, с вами BigTanX, и я нахожусь на тесте, где вышла просто какая-то сверхмаразматическая обнова, я вообще не понимаю, вы прочитали название? Точно, вот прочитайте, шафт, который лечит, шафт, лекарь. Все, хорошо, окей, со мной лимончик в конфе, поздоровайся. Всем привет. И, собственно, я не знаю просто, как вообще, у кого в офисе разработчиков, в альтернативе, вообще, у кого такая идея появилась в голове? То, что вот мы сейчас заходим в миссии и видим вот таких два устройства. Мы их забираем, конечно же, бесплатно. Заходим потом в гараж и смотрим, что же это за устройство. Первое, это у нас, конечно же, на шафт. Давайте, где? Ну, что, меня обманули или что? Итак, устройство восстанавливающие излучатели. Внимание, радикальная переделка снайперского режима. Снайперский выстрел неэффективен против вражеских танков, но восстанавливает здоровье союзным танкам. Вы понимаете, то, что шафт будет лечить союзников? Блин, вообще как? Устройство открывает уникальные возможности по оказанию поддержки, ведь для лечения союзников больше не нужно подставляться под вражеский огонь. То есть не нужно на Изиде подъезжать, там лекать, да, просто издалека, там, я не знаю, через всю, чуть ли там не через Берлин, да, или через Дюссельдорф можно через весь, лечить на огромном расстоянии союзников. Это ж просто пипец. Мы устанавливаем и... Ладно, хорошо, я про это устройство пока что помолчу. Фух, давайте перейдем к Изиде. Вот здесь реально топовое устройство. Смотрите, вампирские нанороботы. Вы понимаете слово вампир? Это возвращение старой Изиды с 2012 года, потому что раньше она могла наносить урон и при этом высасывать хпшки себе. То есть наносить урон и лечиться. Это ж вообще просто имба. И как бы устройство точно такие же, скажем, возвращает старые характеристики Изиды. И при этом лечить союзников будет очень проблематично. Там, наверное, по чуть-чуть буду лечить, но при этом я смогу сам себя ремонтировать и нормально так дамажить. Давайте мы пойдем и протестим. Итак, Изида вампир. Смотрим. Короче, давайте проверим, как она хилит для начала. По идее, я должен очень слабо. Она вообще хилит? Дайте ДДшку включу. Я что, вообще не хилю? Ну, мне показывает, что я хилю, но я не хилю. Что это такое? Серьезно? Ну да, мне... Ну я вообще не хилю. Там даже по процентику не восстанавливается, серьезно. А давай теперь я посмотрю, что будет, если я тебя начну сейчас фигачить, давай. Сначала покусай меня немножко, лимончик. Чуть-чуть так, чисто укуси. Еще. А, и кстати, вы не заметили, ребят, одну секундочку. Звук, давайте мы сейчас... Давай. Стреляй. Бью. Все. Это, ребят, новые звуки в танках, если что, как бы скоро такие будут. Итак, теперь я, лимончик, тебя бью. О, хилюсь! Охренеть! А теперь давай ты меня. Восстанавливай. Ты мне прям 0 хп ставил. Ты себе берешь хп? Нормально, нормально. Да. Подожди, стой. Теперь я верну хп-хи. Ну что такое? Это просто лол. Одновременно. Мы с тобой обменялись уроном. Ё-моё, это просто пипец. Блин, ну это реально крутое устройство. Изиду, именно такую Изиду я полюбил еще в 2012-2013 году и в 2014. Это реально та Изида, ради которой хочется вообще играть на этой пушке. И она реально топовая. Так что устройство топчик. Надеюсь, оно будет продаваться за кристаллы. Блин, новые звуки при выстреле. Ты слышишь какие, да? Так... Какой-то Майнкрафт, короче, происходит. Ну, а теперь давайте я возьму шафт. Ну, с Изидой тут, в принципе, не нужен никакой обзор большой. Можете поискать в Ютубе ролики со старой Изидой. Она реально крутая, это реально вампир. Просто бегаешь, всех бьешь, при этом тебе урон наносит, а ты у них еще подсасываешь хпшки постоянно на full хп. Это ж круто, реально круто. А, и, кстати, крит урон при вот там устройстве, он, по-моему, отсутствует вообще. То есть критическим уроном Изида не сможет стрелять. Вот, так, давайте шафт мы установим и посмотрим, что будет с шафтом. Что получается? Смотрите, ребят, я с шафта свожусь в супера и... 2105 я залекал!
Короче, у меня сейчас какая-то каша в голове, реально. Но я сейчас залечил с пушки шафта союзника, и я не понимаю, что произошло. Вот серьезно. Лимончик, ты вообще понял, нет? Вот просто попробуйте найти отличие. Что одно лечит, что второе лечит. Ну вот что? Две одинаковых пушки по факту получается. Покупаешь одну пушку, но можешь сделать из нее вообще совсем другую. Это же самое, что какая-то снайперская винтовка в реальной жизни, да? Но которая будет лечиться, лечить. Давайте, типа, я такой снайпер. Вот там ты бьешь его, и я такой, типа, опа, смотрите. Прям по башне сейчас сведусь, смотрите. Опа, и залекал 2530. Это, кстати, без ДДшки, то есть реально можно полностью вылечить, мне кажется, даже мамонта. Если включить бустер, а ну, съешь фулл хп, стой, еще чуть-чуть. Так, броню. Еще, ударь его. Давай. И еще. И еще чуть-чуть. Все. Так, а теперь я. Без ДД, ребят, без ДД, полностью. Кстати, очень быстро набирается. Охренеть! Почти фул, так это... Ты понимаешь то, что я свожусь за секунду? Я за секунду свожусь, блин, смотри. А ну, бей его, я буду... Давай, сможешь ли ты убить его? Нет. Я перезаряжаюсь. Но если я включу ТДшку... Да ты посмотри! Убивай его, давай, мочи. У меня уже баллона не хватает. А у меня хватает, у меня хватает. Просто это что такое, господи. ДДшка не поможет. Вы понимаете, что происходит? Шафт лечит. Он не калечит, он лечит. Смотрите, Изита не может убить, потому что я лечу. Смотри, давай, бей. Вот все, у него фулл. Что это такое? А, ну вот так все, с оверкой я уже ничего, все. Кищ, а теперь я тебя убиваю, и мы победили, короче. Ё-моё, это вообще... Нет, это прикольно, это угарно. Но это как-то странно, потому что из шафта делать вообще какую-то совсем другую пушку, я, допустим, никогда в жизни не додумался. Мне кажется, из твинца там проще сделать какой-то шафт и из шафта сделать фриз. Но не из шафта делать Изиду, которая лечит. Шафт лечит, ё-моё, пипец. Орех, это ты придумал, скажи честно. Вот реально, ну, при том, что, видите, да, просто так вот, если я стреляю, то я не лечу, но только нужно сводиться. Но сведение, смотрите, как быстро. То есть я на фулочку я свожусь. Просто, ну, раз, два. Ну, где-то 2,5 секунды. И я уже полностью готов лечить любого. А интересно, а если я вот так вот буду просто стоять, и моя задача будет просто реально всех лечить, я смогу много очков поддержки заработать и при этом набивать очки там для миссии, еще для чего-то, для звонки. То есть эффективно ли это взамен на урон? То есть что лучше, бить или лечить? Потому что в принципе лечение супер крутое. Ребята, это такая имба, просто смотрите, я с шафта стою и хилю Джаггера бесконечно. Я просто не могу добиться, смотрите, Лимончик к нулю играет. Вообще никто ничего не может сделать. Лимончик, ты жив, все хорошо? Как твое самочувствие, брат? Да, Майк? Да, да. Все хорошо? Топовое здоровье, слушай. Да, да, ты просто, смотри, вот сейчас это тебя... Аккуратно. Момент. Хопа, похилили. Ко мне шаф. Окей. Я могу из-за себя, в принципе, оверкой постоять. Вот так вот, вот пускал. Ну и при этом могу Лимончику тоже помочь, смотрите. Опа! Фул, просто это... Вот давай попробуй диватаку, я сейчас помогу тебе. Поехали. И теперь охота начинается не на Джиггернаута, а на меня, потому что я лечу Джиггернаута, вы понимаете? Давай, я тебя хилю. Давай, едь, бей его. А, это Изида вам... Оу! А это уже, походу, тебя все одновременно ударили. Ну, короче, и... Подожди, а что я за поддержку получил? А, есть тут... Поддержка 40... 40 опыта? Всего лишь? Ну, короче, я надеюсь, что это все... Это пока что... Ну, я надеюсь, что это неверные подсчеты. И когда выйдет на основу, будет все по-другому. Но, по идее, я пипец как рискую и всем жертвую, чтобы просто спасать своих союзников и реально им помогать хилить. Устройство прикольное, угарное. Но, блин, это так бредово то, что это шафт. Выполняет, получается, работу Изиды. И Изида теперь вообще безработная получается. Короче, Изида, там кто-нибудь возьмите себе на работу Изиду, потому что она уже не знает, куда ей идти. Ребят, как вам видос? Как вам устройство? Пишите в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы с Лимончиком промолчим без комментариев. Просто попрощаемся, ребят. Всем удачи, всем пока. Всем пока.